Ансамбль танца «Сибири» имени Гаденко отметил свой 56-й день рождения. На сцене Краевой филармонии коллектив дал большой концерт в двух отделениях. Одно из них было посвящено праздничной дате, второе – истории Красноярского края. Артисты исполнили номера из Золотого фонда ансамбля. Это постановки Михаила Гаденко и Владимира Корнева. Кроме того, зрителям показали новые произведения, такие как «Кандальный пляс» и «Енисейская мостовая». Рассказали руководители коллектива и о предстоящих гастролях по краю и за его пределами. Наша миссия – это, конечно, в первую очередь край. Но далее у нас, безусловно, есть гастроли по России. Сейчас намечается вот весной 2017 года большой тур по России. Ну и ведутся переговоры, самое, наверное, ближайшее, самое, надеюсь, то, что состоится, это Китайская Народная Республика.